Всем привет, меня зовут Алексей. И вот я опять собираюсь в поход. Поход предстоит на Хамардабан. Это будет длительный поход. В нем предполагается много фото-видеосъемки. Маршрут интересный, далекий. Проходит мимо таких интересных, известных объектов, как метеостанция Хамардабан, перевал Чёртовы ворота, Пинг Боссон, и идет дальше по хребту Утуликская подкова. Но, возможно, я дойду до самой высшей точки Хамардабана, Утуликская подкова, если мне не помешают дожди, медведи, мыши или другие психологические факторы. Это вот у меня надувной матрас. Это куртка мембранная. Вот, кстати, у меня маячок для отслеживания моего положения. Я его завакуумировал в пакет, чтобы он по-любому показывал мое положение, даже если он там где-то упадет в грязь. Это пауэрбанки, чтобы заряжать всякие камеры, квадрокоптер, там телефон, там все вот это дело. Подушка, палки карбоновые. Решил взять полегче. Возможно, так меньше буду утомляться. Так, вот это вот спальник пуховый. Китайский пуховый спальник. 1 килограмм, что-то там 50 грамм весит. Кастрюльки титановые, горелка. Ну, в общем, сейчас я собираюсь. Завтра выезжаю вечером. Уже поздно будет, снимать я не буду. И увидимся только уже в первый день похода. Вчера дома взвесил рюкзак 23,8. Сегодня я набрал регидрона, почти полную бутылку литровую. А вчера там было чая вот столько. Плюс сегодня мокрая палатка. Итого около 24 килограмм. Как блестит ботан. Солнышко вылезло. Наверное, я уже сегодня одену шорты. В этот раз я шорты взял. Потому что лезть по горам, по жаре невозможно в штанах. В шортах должно быть полегче. Впереди мост перемен. Отметка 7 километров до метеостанции. Все немного в тумане, в утреннем дымке. Сегодня план такой: пройти примерно 21 километр по треку. В реальности по часам это будет больше, 23-24. И завтра пройти примерно столько же. Но завтра, уже после обеда, часть еды, часть газа, там пауэрбанк сбросить, чтобы потом забрать на обратном пути. Выхожу на поляну с навесом. Тут люди. Палатка стоит.
Здесь на тропе еще попадается вулканическая порода. Если увижу, покажу. Пятерик. Закончился конкурс с переодеваниями. Все. Теперь я максимально облегчился. До обеда нужно пройти серпантин и выйти хотя бы до поляны над водопадами. Это даже не 10 километров. Так-то вот сурово. Хорошо, что нет комаров. Вчера ночью только нескольких пришиб там, возле Слюдянки. А тут вообще нет. И клещей нет. Отлично. А вот и камни горелой поляны. Дождик вчера налил. Уже. Красивое местечко. Троечка. Чувствую, это означает, осталось 3 часа. До 3 часа я дойду. Вон туда, вон. Наверх, к метеостанции. Ну, хвощ. Красотища. Вот он, ручей ледяной. Ну, льда совсем нет. Все уже растаяло полностью. Да и воды, кстати, мало. Начало подъема на Казачью поляну. Внизу немного грязь, а дальше каменюки. Фу. Время 9:40. Дополз до бревна на подъеме на Казачью поляну. А вон ручеек с водой. Хорошая вода, можно пить. Чувствую себя таким же адским гонщиком. Вот такой вот прямой проход на Казачью поляну. Вот там люди вдалеке ходят, значит, палатки стоят. А я по сухому ухожу налево. Это не основная тропа-то. Упала. Опа. Проскочил тропу. Вот она, траншея моя. Уже залез на срез. Обход метеостанции. Она там где-то справа от меня. Иду уже по тропинке к серпантину. Впереди народу много. Слышно. О! Водичка. Так, видимо, тут направо. Слева полянка. Время 10:53. Вышел на серпантин. Ухожу сразу на первый срез. Вот тут. Безобидный достаточно. Видно, да? Мишина ямка. Проверил. Все нормально. Здоровый, полноценный медведь. Раскочегарился. Капелька пота щекотит нос. Соленый. В
Время 11:27. Выхожу на последний рывок к дереву с вязочками. Дождик моросит. Зачехлился. Ветра нет, хорошо. Босон видно. Значит, сильного дождя нет. Так. Серпантин прошел. Примерно 11:30. Сейчас уже начну спуск в сторону водопадов. И он появился на горизонте перевал чертового ворота. Дождик все еще моросит. Хорошая скорость. Мне нравится. Идти тяжело, но чувство удовлетворения есть. Это главное. Так, пора разгоняться. О, водопад. Вон он, вам не видно, а я вижу. В прошлый раз его снимал. Палатку вижу, оранжевую. Только одну пока. Да, там полно людей, я уверен. Батончик уже давно закончился, булочку найти не могу. Батончики не подготовил. Этот был неучтенный. С какого-то старого похода оставался. Он где-то там, на гребне, стоит памятник. Но это я для ориентации вам. А тут полянки. Вот это шумит ручей посетительский, так называемый. И он потом первый водопад дает. О, кстати, бадан как цветет в эту пасмурную погоду, так ярко кажется. О, привет, полянка. Здесь мы обедали группой в прошлом году. Надо бы перекурить. Фу. Хорошо отдохнул. Батончик заточил. Посмотрим, насколько здесь болото высохло. Ну, как бы сыро. Сыро, да. Горячавочки раскрылись. Так, залез в первую лужу. А сейчас пойдем смотреть водопад вон там. Заодно это будет отдых. Жарки уже распустились, но они в этом году низкорослые. Мне вот это место вообще нравится. Небо отражается в воде. Залез до полянки. Тут и буду обедать. Хорошее место, уютное. Главное, чтобы еще не дуло. Ну, сейчас за водой туда схожу.
Вот так вот я расположился на таком красивом уступе. Это длиннорукавка сушится, там чай варится. И это вещи все вот так развалены немного. А вот там речка течет, туда я за водой сходил. А это кедры. Тут можно палатки ставить даже. Время без 10:03. Вышел на берег чертового озера. Сзади меня перевал 4. Там за перевалом пик Чекановского. Сегодня солнца нет, как и обещали. О, тут такие порывы ветра на перевале чертова ворота. Ух ты, а там на Хамардабане то солнце светит. Ё-моё, класс. Тут мы в прошлом году стояли, да и в позапрошлом. Тут заветрие. Достаточно крутоватый. Тропа вон туда вправо уходит. Сланик. Так, сейчас главная задача не уляпаться в смоле сланика. Иду немного серпантином. А тут в сторону, если отойти, как я иду, здесь будет меньше просто сланика. Это на сегодня второй крутой подъем после серпантина. Ветер, конечно, дует лютый, а вон там слева солнце светит и дождь там идет. У меня тут так, иногда 3 капли упадет, и все. Чертово озеро уже скрывается из вида. Я уже почти залез. Кстати, время 15:25. Так, для справки. На горизонте замаячил боссан. Видно, что еще дожди там идут. Наверняка мне достанется. Так, и вот я вижу плато Путорана. Вот оно. И мне нужно туда зайти. И вот там слева, вон там дерево видно слева. За деревом там, за скалой встать. Тогда будет отлично. Да, да, вон слева Маргасанская сопка торчит. Завтра я к ней подойду. Самый что ни на есть горно-перевальный цветок. Я его встречаю в таких ветреных местах, где больше ничего толком не растет. До плато Путорана 5.5 километров по прямой. Вообще холодно, холодно. Руки мерзнут. Вон видно, да? Красная рука. Лицо красное. Вообще все красное. В общем, а ноги в шортах нормально. Не мерзнут. Хорошо, что ветер в спину. О, дождь разошелся. Пора убирать камеру. Это, скорее всего, турбаза возле метеостанции. А может, даже и саму метеостанцию здесь видно. Ну а на горизонте за Тункинской долиной видно снежные саяны. Конкретно в снегу. Вот тут мой маршрут проходит. Это перевал голый.
Сейчас я к нему спущусь и полезу наверх по гольцу и буду поверху идти в сторону Боссана. Все, мечтал увидеть здесь тропу, она была под снегом, а вот снег отступил, а тропы не видно все равно. Вон он, снежник, все-таки есть, хоть и на солнышке лежит. Фух. Залез куда-то на склон, надо выгребать. Не знаю, какая это гора. Может, тут уликская подкова, может, ретранслятор. Видите, снег лежит. Значит, там холоднее. Похоже, подходит голубое небо. Может, солнце еще жахнет сегодня. Солнце немного пробивается. Мне уже весь мозг выдуло. Адский ветер тут. Ветрище. Сзади уже солнечно. Красотища. Ну, плато уже значительно ближе. Уже даже невооруженным глазом вижу его. Вот где снежники. Они по склону самого плата идут. Ну а сзади, конечно, Боссан, куда без него. А вон там справа появилась пирамида. Время 17:27. Дошел до складки со снегом. Снег есть, воды нет. Ох, как протаяло сильно. А вот и вторая складка. Вода есть немного. Огонь. Вон даже озеро почти что с водой. Вон где красота. Вон там. На востоке. Огонь просто. Виды. А я все посматриваю на эти снежные вершинки. Вот она, седловинка. Уже почти что. Вон там, за снежниками. Где я хотел ночевать. Как-то я сегодня бодро иду. Так что сейчас проверим, можно ли там ставить палатку. Тропа никак не может оттаять. Да, как я и думал, здесь огромная поляна. Можно ставить много палаток. И ветра особого нет. Вот так вот иду по крутику. Крутой траверс. По сырому тут лучше не лазить. А все идут выше, а там круче. Здесь более пологая тропа. Но вот спланника тут много. Такого на тропе. Вот оно, плато. Дошел я до него. Сагандаля, смотри-ка. Огонь. А вот место подъема. Озеро на плато Путорана.
Так, вот тут где-то следующая цель под названием Пироженка. А вот она должна быть в центре кадра. Уже постепенно спускаясь с плато Патарана. Солнышко светит в лицо. Предварительный загар. Сбился где-то с тропы, а может ее и нет. А турик вон там левее. Впереди болото. Не думаю, что оно слишком сырое, так как все сухо кругом. А попробуем. Вдруг неожиданно заметил, что справа надвигается дождик. Вон. Не знаю, заденет он меня или нет. На завтра план. План. Зайти за Маргасанскую сопку. Поэтому чем ближе я сегодня подойду, тем лучше. С одной стороны. С другой стороны, главное не стереть ноги. Грязище, ё-моё. Вот, тут вообще мох. Это значит сырость. Так. А тут по суше. Ну, где-нибудь, не доходя пироженки, встану. Или спущусь до ручья. В идеале спуститься до ручья. Я почему-то уверен, что там есть вода. Это пройденное болото и плато Патарана. А это такая кака лезет, кака. Чувствую, все накроет. Похоже, медведь ходил по снегу. Зачем людям здесь ходить? Вот это лавовая порода. И здесь наверху, на вершинке, турик из таких камней. Вышел я на обзорное место. Сейчас спущусь туда к ручью и поставлю там палатку. Все, в гору я точно не полезу, 100 пудов. А вода теперь только на озере. Вперед. Сегодня цель максимум у меня. Ну, уже по-любому я ушел дальше. Даже если здесь палатку поставлю. Сначала я хотел на седловинке встать. Потом за плато Патарана. И потом, когда рано туда пришел, решил дальше идти. В прошлом году здесь куропатка так орала. Мы не знали, кто орёт. Напугались. Ужас. Вон пироженка. Наверху осталась. Так-то быстро я спускаюсь. Главное, на ягеле не уехать вниз. Дождь всё-таки пошёл. Я быстренько там поставил палатку. Что-то криво стоит. И пошел туда за водой. Воду как наберу, все у меня уже. Могу варить, греться водой. Вода основа жизни. Чистейшая. Поставил ее по-быстрому. Насколько там ровно. Ровное место, похоже, вот осталось. Дождь, похоже, кончился. Лепота. Только что холодно. Надо идти греться. Быстренько переоделся в теплое. Сварил чаю. Теперь у меня чая полная кастрюля. Пью и греюсь. А дождик временами. То налетит, то опять нет. То одно время казалось, что там уже разъяснивает.
Вот такая переменная облачность. Небольшие осадки в виде дождя. Но пока что без мокрого снега. Вон он, дождь. Капли наверху. Сейчас буду кушать яйца с черемшой. Салатик, наверное, сделаю. У меня же есть майонез.